разобрался, починил. Тренажер Стеганца разъебанный, но вообще-то это Панатта, это линейка, я не знаю, 25, наверное, летней давности, может и больше. Поэтому я не особо удивлен, что она ушатанная. Зал полон спортсменов, все приехали на турнир, поэтому реально все в форме. Кстати, из тех, кого я вижу, вот так вот на скидку, очень даже достойная форма у большинства ребят. Мы, конечно, доехали очень поздно. Я не буду врать, что-то под вечер я немножечко уже начал нервничать от лишней езды, подустал. Но я тоже человек, наверное, имею право. Клуб Mr. Big Evolution, и обратите внимание, точно такое же название у турнира про атлетов, который будет происходить в воскресенье. В субботу уже проходит любительская Олимпия. В общем-то, клуб организаторов турнира. Здесь он полон атлетов. И он не полон воздуха, реально дышать нечем. Но ничего не поделаешь, тренируемся. Тренировка сегодня будет круговая на все группы мышц верха тела. В диапазоне 20 повторений, 5-6 подходов по плану. Грудь, спина, плечи, руки трапециевидные. Собственно, на этом я и закончу. Тренировка будет быстрая. Ну, так скажем, дожить остатки гликогена. Не скажу, что его осталось много. Сегодня крайний день, по сути, конечно, не истощение, не споткнись. Но я пустой. Я не ел углеводы вчера практически. Сегодня я их не ел точно совсем. Я скажу, хотелось и хочется кушать до сих пор. Поэтому в зале провести лучше время. Сейчас у нас, честно говоря, российское время. В России 10:30, а тут получается 7:30. Друзья мои, переходим дальше. Тренировочки. Я добавлю. Привет. Теперь я уже поднастроил под себя тренажер, потому что мне был, скажу честно, первый подход не очень комфортный. Сейчас будет получше. Вот и вес уже покомфортнее. Хотя скажу, что в основном вижу, атлеты больше снимают друг друга на телефоны, чем тренируются, либо просто в телефонах, и некоторые очень активно меня рассматривают. Причины, наверное, в этом две. То, что Алексей стоит с очень большой камерой, он единственный оператор, и, наверное, они думают, что я какая-то очень важная птица. Но я такая же птица, как еж, птица гордая, пока не пнешь, не полетит. Почему замедлился, ребят? Такое состояние, мышцы просто вот их сжимает, не знаю, как даже описать. То есть чувствительность настолько высокая, что делать реально больно. Выпил притрен, выпил аргинин, цитрулин, беталанин. Сегодня без креатина, естественно, креатин начнется завтра. С углеводами. Пока по плану загрузка. Но честно, я до сих пор не могу решить. Наверное, с утра по форме. Предварительный план был съесть завтра 600 грамм углеводов, на следующий день 300-400, и потом уже, соответственно, через 2 дня выход. Я не исключаю, что именно так я и поступлю, потому что вы видели 2 мешка батата, их надо скушать, у нас есть духовочка, поэтому я думаю, что как запланировал, так и буду действовать. Белок будет БЦА и красная рыба. Возможно, будет порция макарон с томатной пастой. И второй день, вечерний прием, будет, скорее всего, порция макарон с твердым сыром пармезан. Покупной еды не будет, никакой пиццы, ничего. Возможно, одну пачку печенья я съем в качестве десерта и буду просто и закусывать полноценные приемы пищи. Почему закусывать? Потому что в любом случае скачок инсулина будет полезен для загрузки, это раз. Он поможет лучше усваиваться углеводом, это два. И я уже рассказывал, мне кажется, в первой части нашей поездки о том, что у меня с собой глюкометр, и в принципе, как раз таки падением сахара я буду контролировать его снижение, как фактор момента того, что можно принимать новый прием пищи.
Ввиду того, что белок был постный, я не ел ничего сладкого, я думаю, что в определенной степени даже инсулин должен был накопиться, да, вы знаете, что он не вырабатывается по факту, что вы поели и выработался инсулин. Нет, друзья, он вырабатывается постоянно, и он высвобождается по факту потребления пищи. И, кстати, интересный момент, что у каждого человека в жизни, ну, грубо говоря, отведен определенное количество инсулина, литров, которые вы можете произвести. Один может сделать литров 300 инсулина, а другой 5. Это, кстати, говорит о том, что тот, у кого всего 5 литров инсулина, ему нужно быть аккуратным со сладким. Ведь именно для этого человека риск заработать сладкоежки, сахарный диабет, очень высокий. А тот человек, у которого инсулина очень много заложено природой, грудь жжет сумасшедшим образом, просто боль. А тот человек, у которого заложено от природы много инсулина в запасе, сколько бы он сладкого не ел, поджелудочную он свою не нагнет. Насколько мне известно, есть тест генетического анализа, ген INS называется. Логично, правда? Соответственно, он может показать вам вообще, насколько вы подвержены риску возникновения сахарного диабета и вообще, можно ли вам сладкое. Надо сбросить вес. Делать могу, сил хватает, но мне очень больно. Какие-то рекорды показывают, задача вообще не стоит точно за 3 дня до соревнований. Исключительно поработать и потом, возможно, немножечко запечатлеть на пампе форму. Тут еще 2 подхода. После я планирую перейти к тренажеру на спину. Мы поищем либо рычаг по типу хаммера на спину, либо широкую тягу сверху. Тут 2 варианта. Также на 12-15. Сегодня у нас крайняя тренировка спины, крайняя тренировка плеч и крайняя тренировка рук. Наблюдаем, так выглядит профессиональный спорт. Стоп. Жила нормально спокойно. Привет, встань. А я переместился. Ребят, следующая спина. Следующая у меня спина, и, кстати, рукоятка, видимо, это что-то модное, потому что такую же рукоятку я видел крайний раз в клубе или джим. Ну, пока в целом удобно держаться. Надо аккуратно, потому что есть силы, есть, в принципе, желание, но нужно себя ограничивать. Прямо вот внутреннее ощущение, что нематное слово насиловать себя и перебирать нагрузку не стоит. Чисто кровонаполнение, выработка остатков гликогена тоже важно, чтобы вес еще подсбросить завтра, потому что на регистрацию весь день отводится, с 9 утра до 7 вечера, в любое время можно прийти, но хочется начать грузиться плавненько, комфортно. И поэтому я хочу, чтобы мы поехали на регистрацию раньше на полчаса до начала,
В любом случае, это я такой умный буду не один. Я уверен, что ребята бодибилдинга, кто в категорию влазит, приедут раньше, но в общем-то с ними вместе и зарегистрируемся. Кстати, по рукояти, ребят, удобно. Реально удобно. Прям такой хват, комфортный. Предплечья не напрягаются. Кстати, ты знаешь же генетически и... Бля, повально, смотри. Не будем выпендриваться, поставим попроверить вес сначала, потом уже. Знаешь, что подумал? Завтра, наверное, поедем на мыс Рока. Это крайняя точка континента получается. И на мысе Рока я буду кушать из контейнера батат. Не знаю, с чем мне в голову пришла мысль сейчас. Не то, что я прям про еду фанатично думаю, вообще нет. Даже не голоден сейчас. Ну, просто это планируешь постоянно, но завтра думаешь. Вот такая пришла в голову идея. Вот. Красивые кадры были с едой. Красивый кадр с едой. Вам покажем. Я не видел ни разу, что это за место такое. Я понимаю, что просто будет, типа, наверное, конец земли, много воды и все. И таких мест везде около моря так выглядит. Вот, но сам фактор, это мы здесь, раз. Это не... Отойди, слушай. Это недалеко, это два, по-моему, поэтому можно скататься. Мы здесь какие-то мы посетим места. По сути, два дня у нас на это. Но главное довести форму, работать. Завтра, конечно же, послезавтра будет очень много позирования. Алексей ответственный за это, он меня будет поднимать. Говорить позировать. На самом деле скажу, что я планирую. Я сказал, я же поспорил. Поспорил, что выйду на сцену 6 раз. В 6 номинациях и... что привезу 6 медалей. Конечно, это может быть очень опрометчивое было решение, но, в общем, спор есть спор. И я выхожу и в Men's Physique тоже. Тут ребята очень крупные выступают, по сути, в NPC. Саня Перминов мне помог подобрать под мою, так скажем, культуристическое тело и под особенности привычного мне позирования бодибилдерского. Позы NPC-шные, они отличаются от AFBB на самом деле, и все гораздо, так скажем, проще, и всего стороны две, фронтальная, задняя поза, и можно руки ставить на пояс. В общем, посмотрим, что из этого выйдет. По крайней мере, точно будет весело, я думаю, интересно понаблюдать. Если заметили, да, я закрываю глаза. И опять же, если быть честным, мне так легче. Вот с закрытыми глазами легче. Когда сильно закрываю глаза, какие-то цветные пятнышки плавают перед глазами. С открытыми. Ну так, картинка плывет, но не сильно. Фу. А дома тек по-страшному. В Питере такая жара была. Сумасшедшая. Просто. Смотрю на ребят в зале. Ребята прям, ну честно, сильные, так смотришь, очень хороший уровень. Ну, я, видите, не слежу за атлетами, ну, за иностранными. Саня показал пальчиком, ну, конечно, те, которые мне понравились, оказались про-атлетами. То есть не зря они в хорошей форме. Это все-таки не просто так, этот титул получают
И где бы спортсмен его не получил, потому что турниры бывают разные, надо понимать, да, что какой-нибудь там про-турнир, проводящийся в России, и там, про-турнир, давайте там где-нибудь, не в Португалии, в Испании. Это две разные вещи по уровню, по составу спортсменов. Вот. Но, в любом случае, про-атлет – это лучший из лучших в данный момент на отдельно взятой сцене. В общем, наверное, еще погнали подход. Один здесь, потом два на плечи, думаю, жимовых упражнения. Нет, сразу. Чтобы и трицепс, и дельта. Ага, ага. Рукоятка меняет высоту. Очень прикольно. Кстати, сразу скажу, ребят, может, заметили, не заметили, не очень удобно, чуть-чуть мимо дельты, очень широкий хват. Я бы эти рукоятки сделал поуже, чтобы можно было комфортнее работать, но возьмемся на три пальца, думаю, что хватит мне упора в кисти. О, так лучше. То есть предплечье, видите, параллельно ниже точки, это важно. О, то, что надо. Еще один подход. В принципе, 8 часов, если ребята не закончат, когда закончу я. Хотя мы еще, наверное, снимаем позирование где-нибудь вот там, с окошком, свет хороший. Наверное, никто не обидится, если я старый спущу шорты. У меня очень приличные стринги сегодня одеты. Попозируем с Лехой, чтобы даже если кадры позирования не войдут, видео, потому что я, ну, опитый воды, отекший, конечно, до безумия, но уже литров 10 я выпил. То мне посмотреть дома вообще позу уже в таком более-менее виде, хотя смотрю так на ноги, на кожу, вроде бы и обтянутый. Ромка хороший, Ромка хорош, скидывал мне форму уже сегодня несколько раз. Мы все равно подводку всю пробуем, экспериментируем. Очень хорошая форма, просто фантастическая на самом деле. А что говорить, я же тебе могу скинуть, да, видео с телеги? Мы добавим, вот посмотрите сейчас, это первый день загрузки, после напитой воды, после всех там манипуляций, которые я предложил. Вот сейчас, наверное, идет картинка, вы слышите мой голос. Просто вот такая форма, ну реально очень кайфовая. Ну и сам Рома отмечает объем, жесткость. Но, говорит, сил мало. Сегодня была тренировка у него, как, собственно, и у меня. Но эта тренировка шла тяжело. Хотя съел сегодня он порядка 600 грамм. Почему говорю порядка? Потому что еще в Петербурге 8 часов вечера. У него оставалось 2 приема пищи. И все равно он по ощущениям, по комфорту будет есть. Потому что, возможно, он съест там и потом еще 7-й прием, если это будет ему в кайф. Потому что он сначала, говорит, не ожидал. Думал, 600 много, а в итоге он 600 съел к 4 часам дня, говорит, комфортно, и могу еще, и не тяжести, и наполняет, то есть, ну, все отлично идет. Я буду делать кайфовую мегантонию. Лога. А, погнали еще. Подход.